Рыба есть у кого? Я забыл с ГБ взять. Дайте мне эти ракушные, я сделаю рыбы много. Может, такое готовое есть. Не, только одна готова. Че, ни у кого нет, что ли? Да, погнали так. Да пофиг, действительно. Твой, блядь. Конты исступления не забывайте. Смотрим метки и выходим налево-направо. Ханта похилю, если успею. А, друид ушел. Он сказал, я логается. Я захожу уже. Метки выносим. Добиваем. Будет тогда ты, я и потом снова ты. Надеюсь, меня не сложит. Я очень боюсь. Ну, посмотрим, все готовы. Короче, давайте подбегайте быстрее сюда. Пуляй. Пуляй. Скиллы за танками следите, прям хорошечно. Нас двое. Вы кричи, если чекают из зубля. Под мордой там не стоит. Вы же наберите. Это дэшка. Роджер, а, все. Паладин, дайте ему тотис не стан. Ну ладно. Слова есть. Бля, второго. Там четырех. Может, Геру? Да, давайте Геру. Просто двигайся всегда. Так... Берните, берните. А, во, вижу. Давай. Под зубы. Глебу. Ой, да, похилю. Спасибо. Меня убило под конец. Здесь не типа. Страшные события. Так, потом попробуем вторую резку собрать. Так, ну, сова есть, ШП тоже есть, ХЗ.
Мы даже не успели понять, что происходит. Давайте, набегаем. Баф обновите паладина, кто чё. Бафает лапку, пристабаф, пинту. Крик на хп кто-то из фуриков дайте, там 4 минуты у вас, наверное. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Ага, да. Ну как сова. У тебя сколько меткости? Но боюсь, тут баф по друидам точно надо. По престам надо. 11? Ну 12 и 3, 15 и 17 надо. Микролабик, чего не хватает? Микролабик? Напиши, скажи. Тебя не слышно. Все, пуляй, Войд. Старфолс, лезь в пула. Жаль, что придется прикончить вас. Бега горн дайте, нет, горн. Ух, 500. Что он ходит как-то непонятно, блин? К хозяину своему бежит. Он реально метается туда-сюда. Гоу на ту сторону перейдем. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, по пати, значит, смотрим. Первая, третья это свет. Вторая, четвертая это тьма. По хилам. Нуба хил и дерево хилит тьму. Соответственно, Роджер и Квадропедра вы хилите свет. Роджер останешься в свету. Я думаю, они там втроем захилят. Так, по диспелу. Кто может ему подиспелить? Я давай первую третью буду диспелить. Пусть ему диспелят. Ну, давай. Второй диспельщик нужен. Первую третью свет я диспелю Квадропедра, кто-нибудь ему. Ну, тьму я диспелю. Ну, окей, все, диспельщики есть. Так, пам-пам-пам. Буд ставлю. Ну, так-то вроде все. Давайте чек даю. Лок свет ведь, да? Лорик, который... А, да-да-да, Лорик, кстати, свет. Да, я забыл сказать. Так, Николабик и Лорик. Николабик. Готов, да? Все, Войд, где ты стоишь, не вижу я тебя. А, все, норм. Отойдите только от босса. Подальше. Близко стоите, близко, паладин вижу, какой-то близко стоит. Так, мели вынес, вынес. Перебегай. Ух, мели в гере бы так сделал. Дай не туда. Так, следующая метка немного в сторону хвоста. В мире
А, не будет метки. Скашивает. Уходите, если посмеете. Зашли. Ну там оглашайте кто-то. Немножко. Угу. Весла. Да. В сторону хвоста немного неси. Рожер, ты идешь немного подальше, я все-таки. Это Вартика узнает. Бусинка. Проценты скажете, там 51. Сколько? 51 сейчас будет. Готовьтесь. Выходите. На пульте сразу ханты на меня. Прям по КД напуливайте. У меня омина нет, я отключил его зачем-то. Перебегаем, перебегаем на чего? Перебежали метеор. Давай, так, 30%, по-моему, света нужно стопнуть. Вы с меня прожмись там будет. Сука, ДК, блядь! Бусинка, ко мне, куда ты от меня убегаешь? Ко мне сюда на морду, да беги скорее. Да я далеко, на той стороне, смотри. Давай, давай, я давай. Ну ты умру, не хиль, не хиль, я умру. Живешь, блядь, чё ты ссышь? Умрет он, это норма. Ой, блядь. Перебежали, ничего. Ты какой вот этот, Серега ДК был, да? Черыга. Ну, такое. Что там было-то у вас? Да ДК не выбегал, стоял с меткой дамажем. Ясно. Тупо чуть не кольцо! Возьму. Кольцо ролим. А лут по ЕП или по ролу? По ролу. Не, с нормы, да, всегда по ролу. А, 3, 2, 1. Это хак. 3. Плащ. Господи, что это Дон Хэс Прио меня уже заколебал. Ну ладно. Роджер. 3, 2, 1. Роджер Вин. Блять, ролл охуенный. Танка боты. Там кто там танка ровно. Никто не писал, так что на лов. Ну, по-моему, никто не писал. То, что на лов родим? Да, да, на лов. Ну, пиздец, что у него за ролл, блядь? Ну, Захаре, не отдавай. Ну, пусть будет. Так, короче, Westlife, потому что вроде как Матахари... Да, у меня тупо, я случайно.